Партнер показа – торговая марка «Локомоко». Новогодний праздник с нетерпением ждут все, от мала до велика. Приподнятое настроение ощущается задолго до предполагаемого события. Но если в семье маленькие дети, то к 31 декабря надо подойти особенно продуманно, чтобы не испортить веселье ни себе, ни ребенку. О чем желательно побеспокоиться заранее и как сделать этот праздник волшебным для всех, расскажет мама двух чудных малышек Екатерина. Мои девочки, они, так скажем, абсолютно разные, и мне кажется, насколько они не похожи внешне, настолько же они и внутренне тоже разные. На данный момент она очень послушная, она покладистая, она ласковая до такой степени, что она ко всем, мне кажется, подойдет, всех обнимает, постоянно целует. Говорит мне по несколько раз на день, что «мамочка, я так тебя сильно люблю», и папе. И... То есть очень такой любвеобильный ребенок. А младшая, она, когда родилась, то есть мне казалось, что она абсолютно другая, потому что она более спокойная была. То есть если старшая, она когда родилась, она там спала по полчаса, она постоянно активная была, то есть такой как бы вечно делающий что-то ребенок, очень активная, то младшая, она только спала, кушала и, в принципе, больше ничего не делала. Но со временем она стала проявлять свой характер, причем характер такой очень стойкий, очень требовательный. Она знает, что она хочет, она вот до конца будет стоять, но она не поменяет ни за что свое мнение. Все подсознательно верят, что именно в новогоднюю ночь из нашей жизни уходят все невзгоды, а самые замечательные события волшебным образом приходят на смену скучным и серым будням. Чтобы увериться в этом окончательно, начните подготовку к Новому году с ребенком заранее. А еще лучше, делайте все вместе. Ну, это, мне кажется, самый любимый мною праздник и детьми, конечно, потому что это такой всеобщий праздник, семейный, теплый, радостный, который заставляет всех почему-то, да, перед Рождеством, перед Новым годом люди вспоминают о том, что нужно делать хорошие вещи, о том, что нужно помогать более как бы слабому, не имеющему человеку, почему-то именно перед Новым годом. Наверное, потому что каждый человек старается все плохое, негативное оставить в прошлом году, а Новый год как бы начать с нового белого листа. И поэтому для нас Новый год тоже как такого своего рода сказка, потому что, ну, это, наверное, тот праздник, когда ты веришь в чудеса, когда ты все равно, несмотря на то, что ты взрослый, но ты как ребенок продолжаешь ждать каких-то чудес, подарков, волшебства. Ты всегда веришь в то, что Новый год, он будет намного лучше, что он тебе принесет очень много всего нового, хорошего, позитивного, радостного. Абсолютно в каждой семье существуют свои ритуалы и традиции. А давайте узнаем, какие традиции соблюдаются в семье Екатерины. Для меня самое главное – это, конечно же, украсить дом, сделать максимально его сказочным для детей. И я всегда… Ну, у нас была такая традиция, мы когда были маленькими с сестрой, то родители всегда наряжали елку без нас. Причем это происходило в самый неожиданный момент. Ну, потому что, в принципе, мы ложились спать, а утром мы просыпались, и в зале стояла огромная, красивая, украшенная елка, везде горели огоньки. То есть, и для нас всегда это было настолько приятно, потому что мы не знали, когда мы проснемся, елка уже будет наряжена. И поэтому я стараюсь у нас продолжить как бы эту традицию, поэтому елку я наряжаю сама. Тоже стараюсь, конечно, вот где-то до числа 25-го это сделать. Когда они ложатся спать, я стараюсь украсить дом, украсть елку. И, конечно, утром мне доставляет огромное удовольствие, когда они заходят в комнату и видят елку, и ходят там, возмущаются, удивляются. И перейдем к главному вопросу. Где отмечать Новый год, чтобы всем было комфортно и весело? Я считаю, что с детьми такого возраста пока надо отмечать Новый год дома. То есть, если это не дома, то это может быть какая-то, если там намеченная поездка в горы или куда-то. Но, в принципе, ну вот вы видите их, да? То есть, с ними куда-то пойти, это немножко проблема, потому что они могут
найти себя, занять себя только в том случае, если есть определенный уголок для детей. Дорогие родители, готовясь к Новому году, продумайте все до мелочей. Меню, сценарий, оформление. Поверьте, ваши крохи оценят эти старания. Можете обсудить планы все вместе за ужином. В качестве десерта на ужин предложите своим детям Локо-Моко. Уверяем вас, они так будут увлечены поеданием творожков и йогуртов, что согласятся на все ваши идеи. А вот еще один совет. Я бы посоветовала, конечно же, запечатлеть это как минимум или какую-то фотосессию, может быть, потому что все-таки первый раз для ребенка отмечать Новый год, да и в принципе себя ощущать родителями на новогодний праздник, зная уже, что помимо тебя и мужа или жены есть еще маленький человечек, то есть это уже как своего рода волшебство, которое произошло в вашей семье. Поэтому я считаю, что было бы неплохо сделать какую-то фотосессию, то есть запечатлить момент того, что вот первый Новый год у ребенка в жизни и в жизни семьи. В завершении хочется сказать, что основательная подготовка к празднику обязательно даст положительный результат. Ваши детки запомнят Новый год как светлый и радостный. И счастье в их глазах заставит вас улыбаться и вновь окунаться в детство. С наступающим! Партнер показа – торговая марка «Локо-Моко».